Здравствуйте! Добро пожаловать на канал Мыло Опт. И сегодня мы представляем вашему вниманию флуоресцентный глиттер неоновый оранжевый. Глиттеры представляют собой мельчайшие блестки с давней историей своего рождения. Выполняя исключительно декоративную функцию, глиттеры известны еще с давних времен каменного века. Древние представители изобретательного искусства украшали свои настенные росписи порошком, получаемым из минерала железа. С годами и тысячелетиями ремесло создания глиттера усовершенствовалось и приобретало новые очертания. Мельчайшие блестки позволяют достигать просто волшебных оптических эффектов. Внешний вид – яркий порошок с мелкой фракцией, с температурой плавления около 260 градусов Цельсия. Сырье для производства – полиэтровый материал. Преимущества таковы. Нетоксичность, безопасность и простота, удобство применения, не вызывает раздражения, аллергии на коже, мелкая фракция, не впитывает запахи, устойчивость к излучению, высокая температура плавления, большой диапазон применения. Сферы применения таковы: body nail art, косметическая продукция, блеск для тела, лак для волос, сувениры, подарочная продукция, рекламная продукция, полиграфия, декоративная роспись бумаги, дерева, керамики, металла или стекла, декоративные свечи. Вот в таком пакетике мы отправляем данный глиттер нашим покупателям. Спасибо, что посетили наш канал. Не забывайте подписываться, ставить лайки. До новых встреч!